Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, знатоки. Добрый вечер, болельщики. Давайте сверим время. Покажите, пожалуйста, время. Итак, в Софии сейчас 21 час, 6 минут 56 секунд. В Москве 22 часа 7 минут. И мы начинаем последнюю прямую трансляцию из Народного дворца культуры имени Людмилы Живковой в Софии. Одну минуточку. Простите. Одну минуточку. Цветя от името на другаря Георгий Йорданов, кандидат-член на Политбюро на Централния комитет на Българската комунистическа партия и министър на културата, науката и просветата. Цветы от имени товарища Георгия Йорданова, кандидата-член на Политбюро Централного комитета Българской комунистической партии и министра культуры, науки и просвещения. Спасибо большое. Спасибо от программы «Что, где, когда». Большое спасибо. Внимание. Сегодня состоится финальная встреча из серии международных игр «Что, где, когда». Сегодня впервые телезрители и знатоки одной страны будут играть в одной команде. Сегодня телезрители и знатоки Болгарии объединятся под знаком улитки, а телезрители и знатоки Советского Союза объединятся под знаком совы. Сегодня улитка будет играть против совы. Внимание! Внимание! Поскольку в предварительных играх и та, и другая команда заработали по дополнительному очку в финале, сегодня финальная игра начнется со счетом 1-1. 1-1. Улитка, сова, 1-1. А сейчас внимание. Мы просим слова, капитаны просят слова. Мы хотим что-то сказать. Я думаю, что это дополнительное очко нам не надо. Мы хотим, чтобы не искам эта игра. Что сказать? Мы хотим, чтобы эта игра была длиннее сегодня. А, понятно. Вы хотите 0-0? Я прошу на звуковом табло включить 0-0. Спасибо. Итак, сегодня финальная игра начнется со счета 0-0. Внимание. Внимание. А сейчас представляем сборную команду национального клуба знающих Болгарии. Прошу вас, Галь. Инженер-строитель Татьяна Чепилева. Студент Румен Вовчев. Студент Светозар Колев. Экономист Ильян Димитров. Юрий Снегонеко и капитан сборной тон-оператор Иван Милошев. Иван Милошев. Представляем сборную команду знатоков клуба «Что, где, когда» из Советского Союза. Архитектор Никита Шангин. Инженер-системотехник Александр Друз. Химик Сергей Пестов. Физик Олег Долгов. Физик Александр Белко. И капитан сборной физик Виктор Сиднев.
Внимание! Поскольку предварительные игры начинала команда знатоков из Советского Союза, сегодня финальную игру начнет команда знатоков из Болгарии. Прошу передать в дикторскую пакеты с вопросами болгарских и советских телезрителей. Прошу распечатать видеорулон с болгарскими и советскими вопросами. Прошу открыть контейнеры с предметами для вопросов болгарских и советских телезрителей. Прошу разложить на игровом столе письма болгарских и советских телезрителей. Через несколько секунд мы начнем финальную игру. Внимание! Начинаем международную финальную игру «Что, где, когда». Сборная команда телезрителей-знатоков из Болгарии будут играть против сборной команды телезрителей-знатоков из Советского Союза. Улитка сегодня встретится с совой. Команду знатоков, играющих первый раунд, прошу занять свои места за игровым столом. Телезрители, уважаемые знатоки, на призовом столе остались неразыгранными приз Азии, недельный тур по Болгарии на легковой машине с экскурсоводом и иллюстрированная история Москвы в двух томах. Да. А сейчас мы добавляем призы на выбор. Вы хотите опять что-то сказать? Да. Так, ну, пожалуйста, что вы хотите? Я хочу сказать, независимо... что независимо... Стоп, фонограмма. Вы меня слышите? Да, я сейчас слушаю перевод. Всегда слушаем перевода. Я хочу сказать, что в зависимости от того, что вчерашний вопрос был объявлен спорным, вопрос о Геракле, я считаю, что в конце концов Долгов должен выбрать себе приз. Я просто так хочу... Долгов, вам придется подчиниться. Только сделайте это, пожалуйста, очень быстро. Самый лучший направят по колбце, может, по борду. Быстро, Долгов. Борду угол. Что вы выбираете? Ну, конечно. Недельный тур по историческим местам Болгарии. Вам повезло, Долгов. Посмотрим, как вам повезет во время игры. А сейчас композиция в розовых тонах. Уважаемая публика, 70% мировых запасов розового масла добывается в Болгарии. Розовая блуза с национальным болгарским орнаментом, букет свежих болгарских роз и в кожаном флаконе болгарское розовое масло. С нашей стороны предлагаем на выбор новый приз. Внимание! Русские самоцветы экспортируются в Японию, США, Канаду, Турцию, Индию, Сингапур, Англию, Францию, Италию и другие страны. Приз объединения «Союз кварц-самоцвет» Министерства геологии СССР. Каменная ваза из Карна. Таковы наши призы к началу игры. А сейчас 0-0. Улитка против совы. 0-0. Первый раунд. Прошу вас. Уважаемые телезрители, мне кажется, сегодня будет трудная игра. Соперники доказали, что они достойны друг друга. И теперь каждое очко будет добываться с большим трудом. Самое главное, чтобы все было справедливо, объективно. Пожелаем себе
именно этого, прежде всего. А теперь уточняя правила финала. За игровой стол садятся по очереди болгарские и советские знатоки и отвечают на вопросы из другой страны. При этом очки для совы зарабатывают советские знатоки и советские телезрители, а для улитки – болгарские знатоки и болгарские телезрители. Внимание! Сразу? Нет? Простите, по-моему, блиц. А, это ваш блиц. Итак, по стрелке нет, по стрелке направо. Да. Сектор номер 5. Внимание. Играет Евгений Хабаров. Монтёр телефонной сети из города Красноярска. Сложный вопрос. Уважаемые знатоки, сначала прослушайте фрагмент из оперы. Записывать не надо, надо слушать. Прошу фонограмму. А теперь, внимание, вопрос. Назовите человека, впервые заговорившего на этом языке. Минута. Доктор Безеншек. Нет, не Безеншек. Он изобрел стенографию. Может быть, оперным, на оперном языке? Нет. В итальянском ренессансе опера. Стоп. Язык совсем новый. Другие версии. Опера как искусство. Где-то в 15-16 веке. Кто может ответить? Какой человек, которого мы, который первым начал петь? Он пел на эсперанто. Это ясно, но другая версия. А может быть, опера в театральном смысле язык, а не только? Определенного человека нет. Эсперанто. Итак, кто будет отвечать на этот каверзный вопрос? Попробую я. Иван Милошев. Назвать человека, впервые заговорившего на этом языке. Иван Милошев. Нет, это не я. Но первым сказал доктор Заменхов или по кличке доктор Эсперанто. А теперь, внимание, ответ советского телезрителя. Советский телезритель Евгений Хабаров признает свое полное поражение в этом вопросе. Доктор Эсперанто заговорил впервые на этом языке, который он сам же и изобрел. 1-0. В пользу улитки. Сейчас за стол садится советская команда знатоков. Так, внимание, внимание. Срочно запишите телезрители эти номера телефонов. 80-20-09, 80-10-31, 80-20-08, 51-09-19, 80-10-23, 80-10-18. Сегодня мы поставили 6 телефонов рядом с дикторской. Если во время игры у вас возник вопрос, предложение или протест, звоните, вы сможете повлиять на ход игры. За столом советская команда знатоков. Я хотел бы убедиться в этом. Да, спасибо.
1-0. Ведет Кулитка. И мы начинаем второй раунд. Сектор всех и пострелки. Пострелки 11. Внимание. В этом раунде против шестерки играет Георгий Вулков из города Карвова. Внимание на экран. Итак, только что вы слышали одно открытие. Исполнила его солист капеллы имени Святослава Обретенного Валентина Христова. Внимание, вопрос. Что это за открытие? Минута. Ну что, может, бельканто это? Нет, это голос, наверное, способ пения. Нет, по-моему, голос меццо-сопрано. Нет, а в общем, это не бельканто, может быть, бельканто все-таки. Это же, сказать, некий способ. Ну что? Бельканто прекрасный. Слушай, ну что, оно это есть способ. Что-то, она что-то... Это на каком языке она пела? Она это... случайно... София, она София там была. София, нет, понимаешь? Слушай, нет, это способ пения, скорее всего. Так, ребята, а может быть, это исполнялось на открытии чего-то? Вот то, что она пела. На исполнении... На открытии чего-то. Вот это вот дворца. Да. Еще что может быть? Мы слышали открытие. Это не значит, что мы слышали этого дворца. Открытие. Ребята, а может быть это открытие вот, после освобождения собора Александра Невского? Нет, нет. Никак не церковь. Там насчет Софии что-то сказать. Так, а может быть, юбилей недавно был у них в болгарской нации? Нет, скорее всего, это дворца. Это не гимн. Саша, ты смотришь на Болгарии? Сережа, тогда ты. Обсуждение закончилось. Я жду. Отвечает Никита Шангин. Отвечает Никита Шангин. Что это за открытие? Ну, мы предполагаем, что данное песнопение было исполнено в честь открытия данного дворца, Народного дворца культуры. Очень красивая версия. А теперь я посмотрю ответ. Отвечает Георгий Вулков. Гвидо Ареццо, используя этот гимн как основу, взял каждый первый слог акростиха и открыл название нот. До, ре, ми, фа, со, ля, си. Да. Итак, телезритель из Болгарии принес своей команде второе очко. Счет становится 2-0 в пользу Кулитки. В сборной болгарских знатоков произошла замена. Вместо Румена Волчева играет Николай Матов. Вторая замена сборной болгарских знатоков. Вместо Чибилевой Татьяны играет Ивайла Тодоров, по-моему. Итак, счет становится 2-0. 2-0 в пользу Улитки. Третий раунд. Прошу вас.
Я хочу предупредить, простите, пожалуйста, я хочу предупредить телезрителей, которые сейчас звонят, что мы отвечаем на звонки, справочное бюро отвечает на звонки только между раундами. Только между раундами. Во время раундов все телефоны отключаются. Все телефоны отключаются во время раундов. Покажите, пожалуйста, стрелку. Несколько слов об Ивайло Тодорове. 32 года, инженер-строитель, самый хладнокровный член команды. Покажите, пожалуйста, его. Не успел. Уберите, пожалуйста, блокноты, так, чтобы не загораживали. Блокноты уберите, пожалуйста, прямо из-под стрелки. Итак, письмо номер... Сектор номер 2. Играет кандидат исторических наук Константин Плоткин. Внимание на экран. Дорогие болгарские друзья, наша археологическая экспедиция работает в древнем русском городе. Более тысячи лет назад у вас в Болгарии и у нас на Руси на плоском месте возникли два славянских города. О происхождении их названий существуют различные мнения. Известный советский ученый, академик Лихачев и польский лингвист Распунт считают, что эти города побратимы по своему названию. Оно происходит от одного корня. Только русское название потеряло две буквы, а болгарское изменило одну букву. Внимание, вопрос. Назовите эти города. Итак, назовите эти древние славянские города. Минута. Две буквы, одна буква. Из русского две буквы, из болгарского одна. Смолен, нет? Нет. Древнеславянские, подождите, древнеславянские города. Где были славянские города? Может быть, что-то со Славом? Преслав, Преслав. Переяславль и Преслав. Там какая-то крепость. Изменились буквы в названии. В любом случае, мы ничего другого придумать не можем. Близко, по-моему. Отвечает. Отговаря. Болгарская команда знатоков. Нейко Нейко. Наша версия, что это города Переяславль и Преслав. Переяславль и Преслав. Переяславль. Какой болгарский город? Какой болгарский город? Преслав. Преслав. Итак, скажите, пожалуйста, перевели ли вам то обстоятельство в вопросе, что оба этих города зародились на плоском месте? Это было в вопросе, перевели, спасибо. Теперь я спокоен. А теперь, внимание, правильный ответ. Пока я буду говорить ответ, я хочу смотреть на Ильяна Димитрова. Нет, 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 нет. Может быть, я ошибаюсь. Ну хорошо, вы сами поймете, кто дал первую версию. Итак, оба города родились на плоском месте. Плоск. Вот корень их названий. А теперь измените в корне одну букву и получите древнюю болгарскую столицу Плиска. Вот кто сказал Плиска? Давайте здесь.
Первый, у вас была эта версия? Да, у вас была версия эта. Да, вы сказали близко. Да. Ну а что касается русского города, то его название можно было просто прочесть на конверте и вычислить и прочесть. Конверт перед вами, наверху люстры. У вас мало опыта в наших играх, и так Светозар Полев сказал близко в обсуждении, но, к сожалению, эту версию не попало в ответ. Итак, русский и древний город Псков и древняя болгарская столица близко оба родились на плоском месте. И это и есть правильный ответ. Счет становится 2-1. Выигрывает Уиска. 2-1. Так, пожалуйста. Советские болельщики, выбирайте для телезрителя приз. Пожалуйста, быстро выбирайте приз для телезрителя. Спасибо. Не задерживайте игру. Ну, берите уже всю композицию, не только букет цветов, да? Так, хорошо. А мы продолжаем пополнять призы на призовом столе. Внимание, новый приз. Византийские серьги и наушники. Средневековые болгарские диадемы. В этом стиле предлагается комплект болгарских ювелирных украшений из серебра. Колье, серьги, браслет и кольцо. С нашей стороны, внимание. Цветное гутное стекло. Форма ищется в процессе горячей обработки. Может быть, поэтому каждое изделие уникально и неповторимо. Личный приз украинского художника Святослава Мацеевского – «Хрустальный лев». Счет 2-1. Так, что вы хотите сказать, Нейгон-Нейгон? У нас протест. Просто Плиска е право българско селище. Просто Плиска – это про болгарское селение. А Боба е старославянското. И не са от един и същи корен. И это ни одного, ни один и тот же корень. На это я могу сказать, и если вы будете настаивать, мы можем задержать игру и снова показать вам этот вопрос. Там было ясно сказано, по версии академика Лихачева и польского ученого, я не помню сейчас его фамилию, по версии, то есть объективная истина еще не ясна. Но эта версия вполне научна, и она является одной из версий. Да. Поэтому... 1300 години се чествуват на Плиска. 1300 лет чествовали Плиски. 1300 лет. Ну и что? Псков-то тоже очень древний город. Слышь, я много древен град. Я, к сожалению, не могу защитить академика Лихачева, но он и не нуждается в защите. Он не нуждается в защите. Я хочу отослать вас книги академика Дмитрия Сергеевича Лихачева «Заметки о русском», Москва, о русском, Москва, издательство «Советская Россия», 1984 год, страница 21. А мы продолжим игру. Счет 2-1. Улитка против совы. Четвертый раунд. Сегодня будет трудная игра. Это как третий раунд в боксе, когда движения замедлены, но каждый удар это очко, которое может отразиться на общем итоге. Третий раунд, третья игра. Сектор номер 7. По стрелке это наше письмо. Сектор номер 3. Один? Покажите, пожалуйста. Нет, покажите. Стрелку покажите. Так, и теперь по стрелке. Так, так, так. Снова наша 3 и болгарская 1. Теперь понятно. Мы сегодня, у нас на игровом столе секторы не подряд идут. Внимание. Сектор номер 1. Против клуба «Что, где, когда» играет Даниэла Георгиева, экономист из Софии. Внимание. Известный всем черный ящик и предметы на столе. Сложно,
замечательные предметы. О! Свернил. Так, ну это явно расчет на отвлечение. Внимание, вопрос. Внимание, вопрос. Продолжение логической цепочки находится в черном ящике. Очевидно, это логическая цепочка этих предметов. Через минуту вы должны найти это продолжение. Покажите предметы телезрителям. Раз, два. Еще какие предметы были? Покажите предметы на камеру, быстро. Зеркало. Зеркало. Угадал. Поверни зеркало на другую сторону. Так. А что, пошла минута? Не пошла. Пошла, пошла минута. Все, отойдите. Отойдите. Может быть, после, смотрите, жук. Все острое, понимаете? Острые иголки, он острый. Жук-рогач. Жук-рогач. Рогач и вот, так сказать, острый черный ящик. А вот это симметричное, наверное, что-нибудь. Так, хорошо, еще что? Действительно, ножницы, версия такая. А может быть, колющее что-то? Колющее, что может быть колющее? Нож. Нож, да, но нож. Еще. Нож, зеркало. Зеркало, дайте посмотреть. Зеркало может просто так. Ну, это портняжная принадлежность просто. Вот это подсказка, что это к портному одно. Так, а там игла может быть. Швейная игла может быть. Швейная игла. Ну, ладно, вот. Жукрогач зачем тогда? Ножницы должны быть. Симметрия, да, наверное. Нет, симметрия. Нет, давай ножницы, я думаю, надо. Берем ножницы. А может быть и то? Никто не скажет. А перец? И то можно. Перец острое все. Ну, ответ шестерки Виктора Сиднева. Так, значит, следующую цепочку предлагаем. Острый перец, острые иголки ежа, использование острых иголок в портняжном деле и создание булавки, зеркало есть симметрия. И тогда, значит, зеркало, то есть симметрия, портняжное дело плюс жук-рогач, то есть, вот сказать, принцип движения встречного его челюстей, получаются ножницы. То есть вы хотите сказать, что продолжая логическую цепочку ваших размышлений, в черном ящике находятся ножницы? Да. Понятно. А теперь внимание. Прежде чем открыть черный ящик, я хочу поддержать автора вопроса, Даниэлу Георгию. Мне кажется, вопрос блестящий. Нет, ничего не упадет. Перец. Да? Есть шпильки. Есть. Есть. Ёж. Да, есть. Голен шпигель. Да, есть. Шпигель, зеркало. Рокач. Есть. Стржил. О, вот есть. Крокодил! Крокодил! Это название журналов! Сатирических журналов социалистических стран. Блестящий вопрос. Победа болгарского телевидения. Заслуженная победа. Счет становится 3-1. 3-1 в пользу Олимпии. Итак, что вы выбрали для телезрителя? Для болгарского телезрителя нужно выбрать хороший приз. Знаете ли вы, как в старину проверяли четкость и яркость такого узора? Если он читался с противоположного берега реки, только в этом случае платок считался качественным. Итак, черный, вишневый, белый, синий, красный, зеленый. 6 платков из Павлового посада, таков наш приз. 3-1. 3-1. Выигрывает Улитка. И мы начинаем 5-й раунд. Что случилось с гонгом? Спасибо. Представляю Толя Жердев. Он, наверное, поэтому и не давал гонг, чтобы его представили. Итак, волчок. Прошу вас. Я хочу сказать, что для вступления в клуб, в национальный клуб знающих,
Софии нужно пройти специальный тест на мышление. Окончательное решение о приеме принимает совет капитанов клуба. Так что не так-то просто стать болгарским знатоком. Не правда ли, Иван Милошин? Ну... Итак? Итака. Сектор? Сектор. Семь? Седан. Играет далекий город Аха на Сахалине. Аха на Сахалине. Главный инженер института Сахалин-НИИ «Нефтегаз» Владислав Емельянов. Владислав Емельянов. Внимание на экран. Теперь я спою тоже шлягер. У Мэри есть баран, собаки он... Ну, переводи быстрее, Вадим. У Мэри есть баран, собаки он верней. Куда бы Мэри ни пошла, баран идет за ней. Спасибо. Внимание, вопрос. Что общего между этим бараном и дискотекой? Минута. Диск-жокей. Была какая-то песенка. У Мэри была собака. Была песня, у Марианы была шапка с перышком. Баран идет за кем-то. За кем идут все бараны? Баран ведет стадо. Тот, который танцевал брейк в центре дискотеки, ведет за собой все стадо. А диск жокей как бы баран. То есть баран это тот, кто в центре танцевал брейк. Больше ничего не можем. Я убежден. Ну, пусть он и отвечает очень хорошо. Итак, ответ. Итак, отговора. Отвечать будет Светозар Колев. Светозар Колев, прошу. Моля, заповядайте. Мы считаем, что хозяйка барана в дискотеке – это диск-жокей, а сам баран – это тот, который танцевал брейк в круге на дансинге. Ну, против этого сравнения, я не знаю, я лично не возражаю, но могут быть другие мнения. Ответ советского телезрителя. В 1877 году изобретатель Эдисон продемонстрировал на своем первом фонографе свою первую в мире запись, песенку про барана, которую я только что спел. С того барана и пошли граммофоны, патефоны, проигрыватели и дискотеки. Вот так. Сейчас становится 3-2. 3-2. Выигрывает Улитка. 3-2. Итак, всемирно известная российская парфюмерно-косметическая фирма «Зиндер» представляет в качестве приза новую композицию женских духов и мужских одеколонов «Эдгар и Кристина», а также мужскую и женскую серию «Зиндер-21». Духи, одеколоны, помада, блеск, дезодоранты, мыло, лосьоны, шампуни, бальзамы, кремы
сырье из Голландии, Швейцарии, Индии, Италии, Австрии, подарочные наборы, советская фирма «Диндер». Ну, мы сейчас займемся делом. Итак, кто за игровым столом? Быстрее, быстрее, потому что счет 3-2, и пока выигрывает Пунитка. Шестой раунд. Уважаемые болгарские телезрители, хочу представить отсутствующего члена сборной знатоков, старшего лейтенанта Леонида Владимирского. Он бы сейчас, наверное, он бы сейчас пригодился вам. Обладатель приза «Хрустальная сова» 1986 года. На последнем вопросе он тогда вырвал победу. Самый молодой и блестящий игрок, но по производственной необходимости не сумевший приехать в Болгарию. Сейчас, секундочку, покажите, пожалуйста, чей это блиц? Да, надо играть. Или вы? А это не наш. Что значит не наш? Правильно, это не ваш блиц. Но вы отвечаете на болгарские вопросы. Паузу мы можем еще поставить? Нет, у вас в распоряжении только одна пауза. Не везет. Что делать? Итак, внимание. Оу. Супер блиц. Так. Ну что ж, такая возможность была у болгарской стороны, и она ее использовала. Итак, что такое суперблиц? Суперблиц, это значит, что даже 20 секунд не будет для ответа на один из трех вопросов, на каждый из трех вопросов. Итак, три вопроса в этом пакете. И каждый вопрос должен быть отвечен без обсуждения. На счет раз, два, три. Вам удобно? Действуют ли наушники? Наушники нужны? Не знаю. Не знаю. Я только сейчас буду читать. Внимание. Первый вопрос. Суперблиц задает социолог Юрий Гайдук из города Варна. Так. Внимание! Никаких разговоров, придется штрафовать. Знакома ли вам одна прекрасная женщина? Отец у нее француз. Славу она обрела благодаря русскому и русскому. То есть, очевидно... Да. Снова. Знакома ли вам одна прекрасная женщина? Отец у нее француз. Славу она обрела благодаря и русскому. А в нее влюбился и испанец. Внимание, вопрос. Кто эта женщина? Раз. Два. Три. Значит, мой ответ такой. Это Кармен. Тишина. Придется штрафовать. Понятно. Внимание, правильный ответ. Француз Проспер Мереме создал прекрасную цыганку из Андалузии. В дальнейшем ее прославил француз Жорж Безе и русский Родион Щедрин. А недавно о ней создал фильм «Испанец Карлос Саура». Это Кармен. Это не все. Второй вопрос. Супер блиц. Что можно? Нет, нельзя. Против шестерки Виктора Ситнева играет телефонный техник Филипп Младенов. Вы его знаете или он в зале? Внимание! Полная тишина. Мы впервые играем супер. Внимание! Есть растение, которое было перед горохом, луком и тюльпаном. Из него был сделан первый букет для второй женщины. Внимание, вопрос. Для кого был предназначен этот букет? Для Евы. Раз. А, вы уже ответили. Для Евы.
Ну что я могу сказать? Это вопрос не для супера, конечно, а труднейший вопрос и для нормального раунда. Ответ дает Филипп Младен. Но это право болгарской страны. Речь идет об арабидопсисе. Оно и есть то первое растение, которое вырастили в космосе летчики и космонавты, Береговой и Лебедев, а первый букет космического арабидопсиса был вручен второй женщине Светлане Савицкой. Итак, счет становится 4-2. 4-2. Выигрывает улитка. 4-2. Отдохнем, дадим отдохнуть за такамы и поработаем сами. Министерство промышленности и средств связи СССР является крупнейшим поставщиком бытовой телерадиоэлектроники. Современные высококачественные телевизоры, телефонические комплексы, магнитофоны, электрофоны, магнитолы и переносные радиоприемники выпускают предприятия Министерства промышленности и средств связи СССР. Даша, я надеюсь, сегодня ты не будешь сбивать мой. Откровенно говоря, я немного расстроен. Просто супер впервые и такой супер, что просто голова идет кругом. Внимание! Итак, перед вами 4 черных ящика. Я прошу, учитывая опыт предыдущих аукционов, тот, кто хочет ответить, встает и поднимает руку. И только я принимаю ответ только от того, кто стоит с поднятой рукой. Я прошу весь зал сразу не вставать. Итак, условие такое же. Достаточно ответить на один вопрос. И содержимое одного ящика окажется в ваших руках. Сам ящик останется у нас. Это я предупреждаю на всякий случай. А то вы и тележку можете взять. Итак, вопрос первый. Кто увековечил домашнее животное на скошенной траве? Пожалуйста, прошу. Берегов, Пирогов. Пирогов раз, Пирогов два. Прошу. ОПД Вега, собака. ОПД Вега. Хорошо, если вы играли так за игровым столом. А теперь, итак, комедия «Собака на сене», испанский драматург Лопе де Вега. Внимание! Откроем черный ящик. Малый габарит, широкий диапазон частот, усовершенствованная модель, элегантный переносной приемник «Вега». Вега 341. Прошу, Виктор Сидиев. Вопрос второй. Второй черный ящик, второй вопрос. Интересно. Кто приходится дочкой, греческим титаном, внучкой земле и небу и теткой, внуку троянского царя? Прошу, стоп. Римская империя. Римская империя. Гера. Гера. Гера раз. Прошу. Афина. Афина раз. Геба. Геба. Геба, Елена. Так, у вас что? Селена. Что? Селена. Селена.
Внимание! Откроем черный ящик. Высокое качество звучания. Автоматическая настройка частоты. Растянутые коротковолновые диапазоны. Один из самых надежных радиоприемников «Селена». Третий черный ящик. И третий вопрос. Внимание. Что берет свое начало в средневековом замке Херстмонсо на территории Большого Лондона? Прошу, прошу, никого нет. Прошу. Кто? Что? Быстрее. Тауэр. Тауэр, так, прошу. Стоп, 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 стоп. Остальные изделия Гринвичский меридиан. Таково ваше мнение. Вы выиграли. Открываем ящик. Легкость и современность конструкции. 6 диапазонов. Мощный всеволновой приемник «Меридиан». Прошу. Вопрос четвертый. И ящик четвертый. Самый трудный. Перевод не слышно. Это к вам. Это не ко мне, это к техникам. Ах, вот как. Не слышен перевод. Не слышен перевод. Ну, в принципе, у нас две игры было без всяких технических замечаний, так что сейчас для разнообразия должен же быть не слышен перевод. Внимание. Внимание. Вместо вопроса. Вместо вопроса. Мы просто вам покажем ответ. Покажем отговора. Спички есть у вас? Имате ли кибрид? У кого есть спички? Коима кибрид. Спички. Кибрид коима. Прошу вас. Моля вие. Спасибо. Благодаря. Зажгите, пожалуйста. Запалете, ако обичате. Что это? Стоп. Они все кричат «фотон». Всички викат «футон». Но я же не могу. Вас не могу. Стоп. Прекрасная реклама. Чудесная реклама. Для фотона. За футон. Но я не могу отдать фотон, разделить на 500 частей. Все поднялись одновременно. Нет. Все поднялись одновременно. Я не могу выделить одного человека. И поэтому беру на себя смелость присоединить этот приз. Я не думаю, что вы так знаете этот телевизор. Итак, этот приз получит знаток, лучший знаток вместе с хрустальной совой. Не расстраивайтесь, у нас еще один приз есть. А ну-ка давайте чемодан. А вот попробуйте сейчас крикнуть все вместе. Прекрасный чемодан. Черный чемодан. Покажите. Прекрасный чемодан. Итак, достаточно ответить на один вопрос, и вы получите все содержимое вместе с самим чемоданом и наклейками. Внимание. На каком языке... Кстати, покажите фотон. А то не поверишь, что он там. Внимание! На каком языке говорит этот чемодан и его ближайшие родственники? Стоп! Basic, да? Basic, раз. Сколько? Basic, два. Так. Fortran. Так. Кто больше? Больше. Стоп. А? На машинном языке. Стоп! На каком язык? Паскаль. Кто больше? Fortran было? Фокал. На эсперанто. Фокал. Ассемблер. Так.
Ну переводи. Что? Что они говорят? Они все одновременно, я не могу. Алло, правильно, еще. А что? Стоп, стоп. Не могу. Мне могу. Стоп, стоп. Все сели. Всички досаднут. Я думаю, что провал полный аукционы. И тогда, может быть, с разрешения болгарской стороны. Разрешение на болгарская страна. Этот чемодан. Този куфар. Получит вместе с Улиткой. Лучший знаток нашей команды. Вы согласны? Спасибо. Продолжаем игру. Уводи. Уводи. А? Открывай. Внимание! Всесоюзное объединение Техноинторг предлагает в качестве приза телевизор высокого класса. Предварительная настройка на 8 программ. Высокая чувствительность, яркость и надежность. Уровень лучших мировых стандартов. Переносной телевизионный приемник Шилялис Z445D. Хороший телевизор. Счет 4-2. Выигрывает Улитка. И мы начинаем седьмой раунд. Увезите тележки. Прошу, нет желающих. Я прошу во время паузы между раундами делать смену команд. Готовы? Итак, 4-2. Волчок. Много было звонков из Москвы, Белой Церкви, Вильнюса, Ростова, Харькова. Несколько звонков не только нашей команде, но лично Виктору Синеву с одним текстом, поскольку разговоры короткие. Не унывайте, не унывайте. По-моему, опять замена в болгарской команде. Вместо Ильяна Димитрова Владимир Стойчев. Владимир Стойчев. Самый молодой игрок Владимир Стойчев. Очевидно, болгарская команда уверена в успехе. Сектор номер 3. Играет подполковник милиции. Волков. Москва. Полная тишина. Благодарю вас. Внимание. Бюрократ. Прошу. Похож. Достаточно. Внимание. Перед вами обыкновенный бюрократ. Покажите его, сэр. Кристально чистая личность. У него почти нет ничего своего. Квартира казенная. Дача государственная. Даже автомобиль, и то служебный. И все же, как говорил Карл Маркс, сила бюрократии в ее частной собственности. Внимание, вопрос. Найдите частную собственность у бюрократии. Минута. Частная собственность бюрократии. Бюрократ, чиновник, параграфы, печати. Нет, атрибуты, это атрибуты на рукавнике и так далее. Собственно, что он с собой носит? Древнегреческий человек, который исполняет приказы только сверху. Частная собственность, оправдание сверху. Безответственность.
Вот его частная собственность. Он просто, он простой исполнитель, он безответственный человек. Сверху вниз все, а снизу вверх ничего. Вот что, Иван, давай еще что-нибудь. Больше, не, ты что? Он простой исполнитель, подчиняется. Еще что-нибудь можем придумать? Итак, обсуждение то есть завершило, а сега покажете масса ТТК. Вам остается только на ответить на этот вопрос. Устава само да отговорите на този необикновен вопрос, необичайен вопрос. Кто отвечает? Кой отговаря? Нейко? Нейко. Всегда в трудный момент Нейко. Винаги в трудные моменты Нейко. Частната собственность частная собственность бюрократа, това е неговата безотговорност. Это его безответственность. Спасибо, Нейко. Ответ советского телезрителя. Собственность – это характер присвоения материальных благ, это мы все знаем. Частная собственность в бюрократии. Кстати, бюрократ – это не только исполнитель. Это... Итак, частная собственность в бюрократии является само государство со всеми его органами и орудиями власти. Карл Маркс, том 1, страница 271. Может быть, поэтому всякое свободное мышление, всякая демократия, всякое самоуправление воспринимается бюрократами как предательство их интересов, как покушение на их частную собственность. Очень принципиальный вопрос. Карл Маркс, том 1, страница 271. И счет почти выравнивается, счет становится 4-3. В пользу улитки. Да, приз выбран. Я прошу советскую команду сесть за стол. Мы запаздываем. Сидят. Итак, счет 4-3. Счет 4-3. Выигрывает улитка. Восьмой раунд. Могу проинформировать, что было очень много звонков из Болгарии и Советского Союза о том, что суперблиц был слишком трудным. Звонки из Софии, Москвы и других городов. 4-3. Игра идет до 6 очков. Сектор номер 8. Сектор номер 8. Вопрос к шестерке Виктора Сиднева задает школьник Никола Дюлгеров из Софии. Внимание, черный ящик. Мы можем помощь еще взять. Так, внимание, черный ящик. Для некоторых я любимый. Другие используют меня в геральдике. Пугаю дьявола. Но я не крест. Что есть в черном ящике? Таков вопрос. Ничего не могу сделать. Что есть в черном ящике? Просим повторить вопрос. Да, прошу. Читаю дословно. Прошу переводчика смотреть в мою карточку и читать по моей карточке. Для некоторых я люблю... Ответ готов! Не понимаю. Ответ готов! Ответ готов! Это ваше право. Прошу. Я считаю, что в этом ящике должен находиться чертополох. Для некоторых я любим. Это герб Шотландии. А другие используют меня в геральдике. Это то же самое. Но пугают дьявола, но я не крест. Чертополох. Вы так считаете? Да. А теперь, внимание, правильный ответ. Откроем черный ящик.
Покажите, чертов олох! Запаси у знатоков Советского Союза одна минута. Счет становится 4-4. Улитка, сова, 4-4. Молодцы! Садитесь, на игру садитесь. Прошу вас за игровой стол. 4-4. И мы начинаем 9-й раунд. Покажите сектор. 4? Сектор номер 4. Блиц-турнир. В этом секторе три вопроса. На каждый из них дается только 20 секунд. Итак, вопрос первый. Топограф Галина Петрова из Ленинграда спрашивает. Какое самое популярное мужское имя среди шахматистов и кинематографистов? Гарри Каспаров, Гарри Купер, Михаил Даль, Михаил Ботвинник, Федерико Феллини Аньони, Михаил... Прошу, Маля, отговора. Больше никакого обсуждения. Вы будете отвечать? Что, говорят ли? Светозар Колев. Светозар Колев. Михаил. Михаил, таков ваш ответ. А теперь, внимание, правильный ответ. Лучшие шахматисты, лучшие кинорежиссеры, киноактеры, сценаристы, операторы – все мечтают о высокой награде. И называется это... Это награда «Оскар». По-моему, хороший, корректный вопрос для блица. Ну что делать? Вы проигрываете блиц. И дальше мы не будем его продолжать, потому что таковы наши правила. Надо ответить на все три вопроса. Счет становится 5-4 в пользу совы. Внимание! Вы знаете, что такое болгарская шира? Шира – это виноградный напиток до того, как он стал молодым вином. До того. Предлагается в качестве приза сервиз из кованой меди и бочонок с широй. Это с болгарской стороны. А теперь внимание! Эту национальную одежду носят с раннего детства и до глубокой старости. Традиционный узбекский халат чопон и тюбетейка тустуби – приз ташкентской фабрики художественных изделий. Это с нашей стороны. Так, а теперь покажите, пожалуйста, кто выбрал путевку для... Покажите, пожалуйста, приз для телезрителя, который выиграл супер для советского телезрителя. Понятно, понятно. Мы удостоверились в этом. Итак, у нас два приза, и мы начинаем 10-й раунд. Смотрите, какая длинная и трудная игра. Волчок. Галина Петрова из Ленинграда, поздравляем. Вас ждет изысканная альбена, горячие золотые пески и так далее, так далее. То есть путевка «Балкан-туриста».
Сектор номер 6. Сектор номер 6. Внимание. Играет научный сотрудник. 9. Не понял? Сектор номер 9. Да. То есть сектор номер 6, там лежало наше письмо. Я так вас понял? Я не понимаю. Сектор номер 9. Во время игры перевернулся конвейер. Ясно. Вопрос задает школьница Камелия Герасимова из города Ахтопола. Внимание. Это, по-моему, интересный вопрос. Внимание. Один человек, прогуливаясь по рынку, увидел цыплят в скорлупе, встретил нищего и богатого, взглянул на старый замок, вспомнил Вергилия, и там еще многоточие стоит. Внимание, вопрос. Кто этот человек? Минута. На старый замок. Увидел цыплят в скорлупе. Встретил нищего, посмотрел на старый замок. Нет, богатого. Нищего и богатого. Вергилия. Есть. Картинки с выставки Мусоргского. А почему? Правильно. Рынок. Да. Не вылупшись. Кто, так Мусоргский? Это, нет, Гартман. Это картинки Гартмана. Прогулка по рынку. Да, это, на которой... деле, картинки Гартмана были гораздо шире. А это нет, самое главное. Многоточие. Мусоргский, только Мусоргский. Тогда что? Там продолжение одной не хватает. Значит, чего не хватает? Стоп! Стоп! Надо было взять минуту. Я вам не даю ее. То есть вы использовали ее часть и достаточно. Надо было взять минуту, согласно нашим правилам. Все. Стоп. Без всякого обсуждения. Да, у вас есть минута в запасе. Есть минута в запасе. Это я говорю для болельщиков. Минута была в запасе. Стоп! Не было установлено обсуждение ведущим игры. Я считаю, такой ор стоит, что действительно, может быть, и прошла минута. Хотя, стоп. Нет, минута не прошла. Прошло только 20 секунд. Мы просим болгарскую команду сказать, прошла минута или нет. Я хочу сказать сначала про дикторскую. Здесь не переключили тумблер с 20 секунд с прежнего блица на 60 секунд. Поэтому после 20 секунд прошла сирена. Но, тем не менее, если сейчас болгарская команда скажет, что прошла минута, то тогда, пожалуйста, я подчиняюсь. Итак, мы можем играть или нет? Нет, я не вас спрашиваю, Жангин. Покажите мне болгарскую команду, покажите соперников. Или будем переигрывать этот раунд? Пожалуйста, Иван Милушев, встаньте и скажите, есть два решения. Либо переиграть этот раунд, либо сейчас принять ответ. Нет, пусть они закончат свою минуту. Им было очень мало времени, это не вопрос на блиц. Тогда вы хотите сказать... Дайте резервный вопрос и переиграйте раунд. Так вы хотите переиграть? Значит, Виска, ты да проиграй эту рунду. Стоп. Лучше всего дать им еще 40 секунд для того, чтобы дополнить минуту. Скажите, пожалуйста, Иван, свое решение окончательное. Решение, крайнут решение. Окончательное решение надо представить им возможность обдумывать минуту, чтобы они ответили на вопрос. Они и так уже думают. Давайте мислят одна минута. Итак. Что вы хотите? Я могу добавить им 20 секунд. Добавьте. 20 секунд добавить? Пожалуйста. Я хочу сказать, что мы готовы были отвечать через 20 секунд, поэтому сейчас сразу без обсуждения отвечает Никита Шенгин. Пожалуйста. Этот человек... Простите. Я могу отвечать? Пожалуйста. Этот человек
русский композитор Мусоргский, прогуливающийся по выставке своего друга Гартмана, наблюдающий его картины, старый замок, рынок, балет невылупившихся цыплят и так далее, и так далее. А теперь, внимание, правильный ответ. Я хочу сказать и объяснить немножечко свою позицию. Эту версию Шангин сказал на 15-й секунде. Внимание! Читаю ответ. Этот человек был композитором. Разве вы не помните картинок с выставки Модеста Мусоргского? «Прогулка», «Рынок в Лиможе», «Балет цыплят», «Вы в Скорлупе», «Шмуэль и Самуэль», «Гольденберг», «Старый замок», «У мертвых языком мертвых». Итак, в оркестрации Римского-Корсакова картинки с выставки Мусоргского. Никита Шангин заканчивает игру. Подожди, сидим, сидим, сидим. Счет становится 6-4. Никита, ты бежишь в пользу совы. Таким образом, сова выигрывает. Международные игры «Что, где, когда» окончены. Большое всем спасибо. А теперь я хочу взять небольшое интервью у болгарских знатоков. У меня осталось такое ощущение, что я немного виноват в том, что так сумбурный был конец такой. Я подчинился вашему решению и прошу, чтобы вы снова его обосновали. То есть вы сказали, чтобы добавить еще минуту, не надо переигрывать вопрос. Но раньше вы сказали переиграть вопрос, потом поменяли свое мнение. Нет, я... Просто я просто слушал без перевода и так немножко запутался. Я просто не понял, о чем шла речь. Я хотел, чтобы они закончили минуту обсуждения. Я понял, что там даже не было полуминуты. Там было 20 секунд. Там именно 16 секунд. Да, это я почувствовал. И думал, что было бы почтенным и честным додумать минуту, как это в игре. Они не виноваты в ошибках. И не должны были быть наказаны за них. Ваше мнение? Ваше мнение? Смятам, че я считаю, что наш капитан Иван Милошев наш капитан может Иван Милошев. Да бъде присъден наградата Fair Play тази вечер. Поздравяваме нашите съветски приятели. Не. Още един път каква награда? Наградата честна игра. Награду за честную игру должны присудить Ивану Милошеву сегодня. Я думаю, что его без вашей наводки, лично я бы так и сделал. Да. Ваше мнение, объективен ли результат этого раунда? Конечно. Ваше мнение? Абсолютно. Ваше мнение? Я солидарен со своими коллегами. Вы думаете по этому поводу? Категорично. Так отрядился за категорически должно было быть так. Уверены, что на этот вопрос был правильный ответ дан так, как нужно. Имаше отговор още някъде към 10-та, 15-та секунда, имаше верната версия. Ответ был еще где-то на 10-й, 15-й секунде за столом. Да. Вие слушахте превода. Чух директно. Я слушал прямо из-за стола, без перевода. Понятно. Ваше мнение? Точно също. Абсолютно такое же. Вы немножко прибавили мне бодрости. Спасибо. А сейчас приготовились. Итак, вы обсуждаете лучшего игрока с нашей стороны, со стороны команды. А вы должны обсудить, кому будет вручена хрустальная сова. Вручена кристальная сова. Нет. Почетный приз «Хрустальная сова» вручается лучшему игроку сборной команды Национального клуба знающих Болгарии. Приз вручает капитан советской сборной команды знатоков
Виктор Сиднев. Прошу вас. Виктор, подойдите, пожалуйста, к центру арены. Там, по-моему, должен стоять микрофон. Я думаю, что мы все были свидетелями голосования, которое только что состоялось в нашем... Я не понимаю, почему подошел. Вы уже Нейков подошел, он готов, да? Ясно. Так. Минуточку. Обойдите. Обоснуйте свое. Виктор Сиднев, прошу вас. Я считаю, что нечего тут говорить, потому что все видели, все голосовали. Мы считаем это лучше. Я не слышу. Я говорю, что нечего говорить, потому что все видели. Он сам сказал свои лякарцы. Итак, Нейко Нейков. Лучший игрок сборной команды. Знатоков национального клуба «Зающих» Болгарии. Но у нас есть еще один приз. Минуточку. Мы договорились во время аукциона. Кому будет вручен этот приз, Виктор Сиднев? А? Команде, да? Я громче скажите. Так, вы держите, а он скажет. Прошу. Виктор? Мы считаем, что этот приз вручается команде знатоков, болгарской команде. И, к сожалению, я думаю, что какое-то время мы сможем друг друга видеть только по телевизору. Очень жаль, потому что за ту неделю, которую мы в Болгарии, мы подружились с этими ребятами. И хотелось бы видеть, ну, встречаться чаще. Ну, пусть пока хоть по этому замечательному телевизору. Спасибо. Поздравляю команду. Она показала блестящую игру, несмотря на поражение в третьей игре. Удивительная команда. Перспективная. Вся игра впереди. А теперь внимание. Почетный приз «Фарфоровая улитка» вручается лучшему игроку сборной команды советского клуба «Знатоков» «Что, где, когда». Приз вручает капитан болгарской сборной команды «Знатоков» Иван Милошев. Милошев, простите. Но все-таки был один, который был немного в тени, и как будто бы он не сильно бросался в глаза, но вопреки этому, в конце концов, мы все-таки выделили его среди других. Я думаю, что кто-то может быть удивлен, но это Олег Долгов. Олег Долгов. Вы скажете несколько слов? Честно говоря, у меня очень пересохло горло и тяжело говорить. Большое спасибо всем, особенно зрителям, которые так болели за всех нас, не разбиваясь на заполях. Советских болельщиков и болгарских. Спасибо всем. На болгарских заполях. Дорогие болгарские друзья, дорогие советские телезрители, мы заканчиваем прямые трансляции серии международных игр «Что, где, когда». Хочу еще раз сказать спасибо всем, кто помогал нам в этой трудной работе. Вел программу Владимир Ворошилов. Всего хорошего. Играет музыка.
музыка негромко в тишине, и словно все вокруг в ее дыхании тает. А для меня вся эта музыка в тебе, и словно все вокруг в ее дыхании тает. А для меня вся эта музыка в тебе. Благословляю этот вечер, твои глаза, твои слова и эти руки, эти плечи меня зовут, сводя с ума. Любуюсь голосом твоим, любуюсь взглядом, не знаю, что сказать, как будто слов и нет. Лишь мысль одна звучит: ты рядом, рядом, рядом. И мне завидует сегодня целый свет. Лишь мысль одна звучит: рядом, рядом, рядом. Мне завидует сегодня целый свет. Благословляю этот вечер, твои глаза, твои слова и эти руки, эти плечи меня зовут, сводя с ума. Бродяга ветер рассылает поздравления, и никогда не догорят его следы. И мне на этом свете каждое мгновение беречь тебя и от беды. И мне на этом свете каждое мгновенье беречь тебя и днем, и ночью от беды. Благословляю этот вечер, твои глаза, твои слова, эти руки, эти плечи меня зовут, сводя с ума. И эти руки, эти плечи меня зовут, сводя с ума. Спасибо.